Заместитель председателя правительства республики Александр Ермошкин встретился с активистами движения «Я помощник президента». Обсуждали результаты работы за последние месяцы и дальнейшие планы так называемых «семерок». Несколько групп движения, в которые входит по 7 человек. Лидер движения Ахмед Зибиров рассказал, как ребята сотрудничают с администрацией города о дальнейших планах работы. По мнению Ермошкина, главная цель движения – это привлечь молодежь к решению общественно-социальных проблем, а также обратить внимание чиновников на наиболее острые проблемы граждан. Также заместитель председателя правительства пообещал при необходимости поддержать ребят в реализации проектов и предложил несколько идей развития движения.